сыном гуляли по заброшенному рту, нашли лужу. Не просто лужа, в ней камни не тонут. Реально не тонут. Так, где взять камень? Вот. Он не тонет. Камни, которые не тонут, капец. Вода, в которой не тонут камни. Нашли пивную банку, вот о чем ходят здесь легенды. И пытаемся ее выбросить с обрыва, да. Нифига у нас не получается. Она не падает. Банка бумеранга. Это волшебство! Ты такое видел когда-нибудь? Я не вижу впервые вообще. Блять, да заебало ты, блядь. Оп! Пошло. Снимаем источник Южной Осетии. Пожалуйста, вот течет вода. Вот обычная вода из-под земли, которую можно пить, умыться, руки помыть. Теперь я зажигалку не могу, Зурика. Ну-ка, зажги его. Тебя? Чтобы людям было понятно. Ну-ка. Вот, пожалуйста. Вода горит. Солнце, да? Этому есть научное объяснение. Можно, пожалуйста, камушки поставить, сюда казан. И вари хоть супчик, хоть что хочешь. Хоть барана плов. Вари, хоть плов вари. Вот, пожалуйста, могу затушить его. Раз, все. Затушил. Вот опять сейчас зажгу, смотрите. Немного нагорит. Вот, пожалуйста, опять зажгли. Фокус. Опять только. Это природное явление. Далеко не фокус.